Всем здорово. Сейчас разбираю свой комп полностью. Надо заменить его пасу на процессоре. И вот думаю, на видеокартах менять, не менять. Полную проверку я делал в декабре 2015 года. Так. Корпус NVIDIA Hub X. Материнка Maximus 4 Extreme. Corsair H100. Охлаждение на проц i7-2600K, разогнан на 4,6 ГГц. Калгар GX. DVD, два диска по 3 терабайта жестких и один SSD. Сейчас. И SSD на 256 гигов. Потом 4 планки DDR3. Вот азушка 16 гигабайт, каждая планка по 4 гига, 1600 мегагерц частота, G-Series, 2 видеокарты AMD Radeon 6950 Dirt 3 Edition по 2 гигабайта, сапфировские, с таким вот охлаждением. Сейчас снимаю охлаждение Corsair H100, полностью буду радиатор промывать, вентилятора и замена термопасты на Core i7-2600K, также может и на видеокартах, не знаю, поменяю, нет, хотя я менял их полгода назад. Термопасту. Посмотрим. Сначала на процессе поменяем, запустим. Весь корпус сейчас полностью протру, промою, чтобы все было чисто. Так, вот я снял Corsair H100 по истечению полугода. Так сильно там не забит, просто пыли чуть-чуть. Снял процессор, убрал старую термопасту. Сейчас будем ставить новую термопасту. Все, радиатор я отмыл водой под краном. Теперь он чистый, без пыли. Все соты чистые и просвечиваются. Пасту тоже убрал. Сейчас собираю, ставлю вентиляторы и будем уже ставить на место. Также уже пасту нанес на процессор. Термопасту намазал. Сейчас будем одевать охлаждение на протик. Так, комп собрал, поставил уже на место. Только пластмасски осталось там помыть и все. Так. Теперь осталось сверху один родной кулер мастер и два на H100. А температура средняя. Как-то так.